Я думал, о чем буду проповедовать, но в то же время у меня уже было кое-что в сердце. Но решил вначале послушать шаббатную проповедь, потому что я в прошлый шаббат служил на церкви. החלטתי להקשיב קודם לשירות בקהילה. И не слышал, о чем Дима проповедовал. ואני שמעתי על מה דימה דיבר. Но когда послушал, то смотрю, все, что я хотел уже проповедовать, он вдруг все начал выливать. וראיתי שדימה כבר אומר את מה שאני רציתי לומר. Я думаю, Господь, что мне делать? Дай мне тогда слово. ואמרתי לאלוהים, אלוהים, תעזור לי, תן לי את המילה. Я получил кое-что для себя. קיבלתי משהו. Хочу поделиться с вами. ואני רוצה לחלק את זה איתכם. Может быть, будет у меня несколько свидетельств. יהיו לי כמה עדויות. Потому что, в принципе, я буду говорить больше, наверное, о себе. ואני אדבר יותר על עצמי. И поделюсь тем, что происходило в моей жизни. ואני אחלוק על מה שקרה בחיים שלי. Как я падал, как я поднимался. איך נפלתי, איך קמתי. Когда я чувствовал Господа, когда я его терял. כשהרגשתי את אלוהים וכשלא הרגשתי אותו. И сегодня я снова переживаю. והיום אני שוב חווה את הרגשות האלה. Не скажу, что новые отношения. לא הייתי אומר יחסים חדשים. Но обновленные. אבל מחודשים. Если кто-то помнит, когда я только приехал в 2010 году сюда. אם מישהו זוכר, כשהגענו לפה ב-2010. И Леон сразу в первый шаббат попросил меня проповедовать. וכבר בשבת הראשונה לאון ביקש ממני לדבר. Я делился тем, что тема была поиски отца. הנושא היה חיפוש האב. Я делился тем, как я в 11 лет потерял отца. ואני חלקתי איתכם על איך שבגיל 11 איבדתי את אבי. И как я его искал, хотел, чтобы у меня был отец. וחיפשתי אותו, רציתי שיהיה לי אב. И рассказал некоторые этапы в жизни. Я думал, когда я женюсь, и отец моей жены будет моим отцом. אני חשבתי אולי כשאתחתן, אז אבא של אשתי יהיה אבא שלי גם. Но почему-то так не произошло, он почему-то меня не взлюбил. אבל משום מה זה לא קרה, והוא לא אהב אותי כל כך. Я продолжал молиться. המשכתי להתפלל. Тогда я уже уверовал. כבר הייתי מאמין באותו זמן. Я понял, что я нашел отца. אני הבנתי שמצאתי אבא. Через Иешуа Мессию. דרך המשיח ישועה. И его любовь, она меня покрыла очень сильно. ואהבה שלו כיסתה אותי. Я ходил радостный, счастливый. הלכתי, הסתובבתי שמח, מאושר. Я как маленький ребенок, вот как помните, как 70 учеников он послал, и они исцеляли больных. כמו ילד קטן, כמו, אתם זוכרים את המקרה שישוע שלח 70 תלמידים לערים שונות, והם חזרו שמחים. И люди освобождались. ואנשים השתחררו דרך השירות שלהם. И они даже говорили, бесы повинуются нам. והם התפלאו, השדים מקשיבים לנו. Как маленькие дети, знаете, когда у них что-то получается, они говорят, такие радостные. כשמשהו מצליח להם, אז הם שמחים. То же самое происходило со мной, я просто молился за людей. אותו דבר קרה איתי, אני פשוט התפללתי עבור אנשים. Делал, что Господь мне, на что Он меня толкал. עשיתי את מה שהאלוהים דחף אותי לעשות. Я ходил в онкологические больницы. הלכתי למחלקות אונקולוגיות. Всех, кого встречал на улице, я всем говорил о Господе. את כל מי ש... לכל מי שפגשתי ברחוב, דיברתי על אלוהים. И встречался и с мошенниками, и аферистами. ונפגשתי גם עם רמאים ו... פושעים. Обманщиками, короче говоря. И они со временем потом вдруг, когда я с ним встречался, говорил, вдруг потом впоследствии узнавал, что они уверовали и пошли в какие-то церкви. לאחר זמן כלשהו אני גיליתי שהם כבר גם מאמינים והולכים לקהילות. Я всегда ощущал его присутствие. תמיד הרגשתי את הנוכחות שלו. Честно скажу, у меня море свидетельств Божьей славы. למען האמת יש לי ים של עדויות על הגבורה של אלוהים. Я не хвалюсь собой, я хвалюсь им.
אני לא מתפאר בעצמי, אני מפאר אותו. Я вроде бы сегодня в это время я сейчас ощущаю, что вроде бы и есть огонек. והזמנה זה אולי כן יש אש קטנה. Но уже не тот, который был тогда. אבל לא האש שהייתה פעם. Вроде с Господом. מצד אחד עם אלוהים. Но нет тех близких отношений, какие были раньше. אבל מצד שני אין את היחסים הקרובים האלה כמו שהיה פעם. Вроде служу с любовью людям. מצד אחד אני משרת באהבה לאנשים. И даже своим врагам. וגם לאויבים. Но в то же время вроде и учу, и проповедую. וגם מלמד ודורש. Но ощущение, что не те отношения, которые были раньше. אבל ההרגשה שהיחסים לא אותם כמו שהיו פעם. Как будто Господь мне говорит, ты потерял ту любовь. כאילו אלוהים אומר לי, אתה איבדת את האהבה ההיא. И я стал вспоминать, как Господь меня вел. ואני התחלתי לזכר איך אלוהים הדריך אותי. Я думаю, каждый вас вспоминает, как вот Дима в прошлый раз сказал о влюбленных. Дима говорил о девушке, о свидании, короче, между друг другом. Я נזכר שדימה דיבר על פגישות בין בחור לבחורה. Я думаю, Ширли с Ильей тоже это переживали, они бежали друг к другу. Каждый мгновение своего свободного времени. אני בטוח שאיליה ושירלי גם חוו את זה. Я тоже, когда встречался с девушкой, я бежал на свидание. גם אני, כשנפגשתי עם בחורה, אז תמיד רצתי לפגישות האלה. Все время думал о ней. תמיד חשבתי עליה. Мне нравилось встречаться, обниматься, целоваться. אני אהבתי להיפגש, להתחבק, להתנשק. Это были особенные чувства. זה היו תחושות מיוחדות. И я начал понимать, что он меня вот потерял то, что было когда-то вот так с Господом. ואני התחלתי להבין שאני איבדתי את מה שהיה לי קודם עם אלוהים. Потому что подобное произошло у меня с Иешуа в первой встрече. כי משהו דומה קרה איתי ועם ישוע בפגישה הראשונה. Я молился всегда и чувствовал его всегда. אני תמיד התפללתי ותמיד הרגשתי אותו. Когда ел, когда ходил куда-то, когда что-то делал. כשאכלתי, כשהלכתי לאנשהו, כשעשיתי משהו. У меня всегда были взоры на него. תמיד העיניים שלי היו נשואות אליו. Я даже расскажу вам одну историю. אני גם אספר לכם עכשיו סיפור אחד. Как Дух Святой мне помогал во многих-многих вещах, даже и мелочах. איך רוח הקודש עזר לי בהמון דברים, גם בדברים קטנים. У меня очень серьезное начались напряжение в семье. התחילו לי קשיים במשפחה. Потому что в этих вещах иногда тоже, когда мы уверовали, бывают глупости. כי בדברים האלה גם לפעמים אנחנו עושים שטויות. Когда כשאנחנו מאמינים. При всем, что ты с Господом. כשגם אם אתה עם אלוהים. Ты начинаешь служить, что-то делать, и семья остается в стороне. אתה מתחיל לשרת, לעשות משהו, אבל המשפחה נשארת מאחור. И я спросил Господь, что мне делать. אני שאלתי אלוהים, מה אני צריך לעשות? Господь говорит, оставь предприятие. אלוהים אומר, не беспокойся за него. תעזוב את מה שאתה עושה, אל תדאג לזה. Езжай в Израиль, развейся. ותיסע לישראל. И в 96-м году я поехал в Израиль. ובשנת 96 נסעתי לישראל. Максим уже был здесь по программе Наале. Макс כבר היה פה בתוכנית נעלה. Я и братишка меня устроил на завод в Тель-Авив-Яфо. ואח שלי סידר לי עבודה במפעל בתל-אביב-יפו. Ну там прессы разные были, изготовляли из металла всякие формы. מפעל ייצור מתכת. И я все время молился в духе. ותמיד התפללתי ברוח הקודש. Такое ощущение, что я вообще как будто не останавливался. כאילו אף פעם לא הפסקתי להתפלל. И размышлял о слове. וחשבתי על דברי הקודש. И на работе у меня быстро-быстро пошли дела. ובעבודה העניינים התקדמו מהר. Я очень понравился хозяину. בעלי המפעל מאוד אהב אותי. Я чувствовал такое, как будто я как Иосиф поднимаюсь. והרגשתי כמו יוסף, אני עולה במדרגות. И за неделю я освоил все станки. בתוך שבוע אני למדתי את כל המכונות. И когда начал работать, хозяин мне стал
все время благословлять. וכשה התחלתי לעבוד, אז בעל המפעל התחיל לברך אותי כל הזמן. תודה. Было, по-моему, по 7 шекелей в час. Они, לפי מה שאני זוכר, זה היה 7 שקל לשעה. А там, те, кто работали, он уже платил по 10, по 12 шекелей. אבל הוא שילם לפועלים ב 10 שקלים לשעה, 12 שקל לשעה. И там были ребята из Ташкента, которые были сварщики и рабочие. והיו שם חברים מטשקנט שהיו רתחים ועובדים. Их все время злило, что вдруг хозяин стал платить на уровне их. והכיס אותם שבעל המפעל התחיל לשלם לי באותה משכורת כמו שהם קיבלו. И даже дал ключи от завода, чтобы я утром рано открывал и вечером поздно закрывал. גם נתן לי מפתחות מהמפעל כדי שמוקדם בבוקר ומאוחר בערב אני אסגור, אני אפתח ואסגור את המפעל. И вот как-то я работал на станке, делал такие из арматуры формы. ובאיזשהו יום אני עבדתי ועשיתי צורות. И когда делаешь эти формы, счетчик, вот как вы знаете, вот так работает и считает. ויש שם מונה שסופר כמה, כמה תבניות עשיתי. И в каждой упаковке должно было по 50 штук. בכל חבילה היו אמורות להיות 50 תבניות. И как-то он мне попросил, говорит, останься на ночь, большой заказ, и ты все равно один, у тебя семьи здесь нету, поработай, пожалуйста. Мне нужно вот столько-то, столько-то выполнить заказ. ביום אחד הוא ביקש ממני להישאר לילה שלם כדי לסיים הזמנה גדולה. И я когда стал делать, ונשארתי, и вдруг счетчик сломался. נשארתי והמשכתי להכין את התבניות, ופתאום המונה נשבר. А я обычно молился в духе, и все. А тут как теперь молиться? Надо считать. ואני בדרך כלל התפללתי ברוח, אבל איך אני אתפלל עכשיו? אני צריך לספור. Я чувствую, я начинаю считать. ואני מתחיל לספור. И вдруг я ловлю себя на том, что я молюсь в духе, я уже не считаю. והבנתי שאני ממשיך להתפלל ברוח, אני לא סופר. И у меня вдруг в мыслях 37. ופתאום יש לי מחשבה 37. Ну, знаете, чисто по-человечески, по плоти, я думаю, надо посчитать, проверить. ואני מרגיש כזה, אני צריך לעצור רגע, לבדוק, לספור. Я стал считать ровно 37. התחלתי לספור בדיוק 37. Я должил 13 штук. אני הפרדתי 13 положил תבניות. Положил упаковку. הכנסתי לחבילה. И так продолжал всю ночь. וככה המשכתי כל הלילה. Я опять ловил себя на том, что я уже молюсь. ושוב תפסתי את עצמי על זה שאני מתפלל. Я чувствовал сильное присутствие. והרגשתי את הנוכחות שלו. И когда я сбивался, он мне называл цифру. וכשאני... И я уже не проверял, я доверился полностью Господу. וכששכחתי את המספר, אז כבר אני... הרוח הזכיר לי. И когда отправили всю партию, וכששלחו את כל המשלוח, ничто не вернулось. שום דבר לא חזר. Потому что все было четко. הכל היה מדויק. И я видел, как чувствовал Господь меня. וראיתי איך שאלוהים ведет в этом. מדריך אותי בזה. Еще небольшой случай, и потом я перейду на проповедь. עוד דבר קטן אחד, ואחרי זה אני אעבור לדרשה. О том, что я хочу говорить. Там же на заводе мне оставалось работать 2 дня. במפעל הזה נשארו לי עוד יומיים לעבוד. И я должен был улетать уже в Алма-Ату. והייתי צריך כבר לטוס לאלמטה. Вот, хозяин знал, что я собираюсь делать алию, и говорит, приезжай сюда, ты у меня будешь здесь работать. בעל המפעל ידע שאני רוצה לעשות עלייה, אז הוא הזמין אותי לעבוד אחרי זה אצלו. И вот очередной день рабочий, уже начальник ушел, мы остались дорабатывать свое время. והנה יום עבודה, והמפקח כבר עזב, ונשארנו לעבוד את השעות שנותרו. Я делал на станке, там на прессе, такой из плоских пластин, буквой П должно было. Ставишь на форму, пресс давит, и форма становится буквой П. אני הטבעתי תבניות של П? של П? Буква П. של אות? Русская П. А, окей. Хэт. Это для строительных каких-то работ. И я поставил форму, и только собрался, а там педаль, которую нажимаешь, и пресс падает и прижимает. אני התחלתי לעבוד, ויש שם פדל שלוחצת על המכונה. И там Шимон, один мужчина из Ташкента, который, он вдруг позвал меня, Ицхак.
ואיש אחד, שמעון שמו, גם מתשכנת, קרא ליצחק. Я повернулся к нему, а у меня рука встала на этот, там, где шел пресс, на этот, на эту форму. Пеним, הייתה, שה... И пока я поворачивался, каким-то образом нога нажала на пресс. אליו, и я смотрю, говорю, да, Шимон, а у него, смотрю, глаза расширяются и расширяются. ואמרתי לו, כן, שימון, ואני רואה איך העיניים שלו מתרחבות. И я слышу, повернулся, и я вижу, как пресс опускается. ואני ראיתי איך שהמלחץ הזה יורד. А מי всегда работали в перчатках. ואנחנו תמיד עובדים בכפפות. И я не могу убрать руку. ואני לא יכול להוציא את היד. И я смотрю, мои пальцы пошли вверх буквой П, прошел треск. И моя кисть вот так вывернулась буквой П. ואני רואה איך שהאצבעות שלי מתחילות לקבל צורה של האות חט. Внутри меня был крик. Никто этого не слышал. Толпа подбежала. ובפנים אני צעקתי, אף אחד לא שמע את זה. הגיעו המון נשים. А я ничего не мог сказать. לא יכולתי לומר כלום. Когда пресс стал подниматься, я увидел, что рука стала вот такой, как шар, как барабан. וכשהמתחס עלה, и она просто вот так опустилась и повисла. ראיתי שהיד התנפחה ופשוט נפלה כאילו לצד. Они говорят, что теперь будет? מה יהיה עכשיו, יצחק? Я им говорю, не говорите хозяину ничего. ואומר, אל תגידו לבעלי המפעל כלום. Завтра утром будет все хорошо. מחר בוקר הכל יהיה טוב. Господь со мной. Элоим идти. Потому что я им уже рассказывал о Господе. Как вас сипарти лам ал Элоим. И вы знаете, на самом деле, я когда утром встал, отек сошел, я попробовал пошевелить пальцем, я чувствовал, как мурашки бегают по кисти. והרגשתי איך, מין תחושה כזאת, רצה ב... Я понял, что Господь исцелил меня. ואני מבין, והבנתי שאלוהים ריפא אותי. И даже в этот день как раз была не бар мицва, брит мила моего племянника. ובאותו יום הייתה ברית מילה אצל האחיין שלי. И мне дали такую ответственность поднести ребенка. ונתנו לי את הזכות להביא את הילד. И я видел, как Бог поддержал. וראיתי איך אלוהים חיזק אותי. Я, честно говоря, никому не рассказывал, только той женщине, которая меня привела к Господу. Она говорит, давай как свидетельство сделаем снимок. Но я не захотел этого делать. Я понимал, что тогда он всегда был со мной. Но проходило время, когда я стал чувствовать, что я уже отхожу в сторону. Как Лука выпускал эти свои стрелы и уводил от меня фокус на него. Я был большим начальником, у меня был фокус на деньги. הייתי מנהל, והריכוז שלי היה על כסף. На себя. על עצמי. Хотя я продолжал еще служить. למרות שהמשכתי לשרת. Учился, как сегодня Рани сказал красиво, что мы пытаемся подражать людям. Подражать людям, быть похожими на других. אני ניסיתי להידמות לאנשים. И мы также, я также пытался слушать кассеты, видео. Вроде бы слушал. И пытался даже кому-то подражать. Но уже чувствовал, что разрыв все больше и больше в семье. Но делал все многое что-то по плоти, а не по духу. То есть семья, все эти вещи, служение, это нормально. Мишпаха, шерут, кол зе, зе тов.
Это правильно быть семьей, служить и делать правильные вещи. Это нахон ли это им амишпаха, лешарет? Но я поймал себя на мысли, когда я делаю это без него. אבל תפסתי את עצמי בהרגשה שאני עושה את זה בלעדיו. То ощущал дискомфорт внутри себя. אז הרגשתי אי נוחות בתוכי. Неустройство какое-то. זה חוסר שלווה. Я задавался, стал задаваться вопросом. והתחלתי לשאול את עצמי שאלה. И сегодня задаю нам всем. ואני שואל אתכם אותו דבר. За кем я иду? אחרי מי אני הולך? И с кем я иду? ועם מי אני הולך? В еврейской традиции вообще есть такое, что слушают все, что говорит раввин. מסורת יהודית נהוג לשמוע לכל מה שאומר הרבי. У них такое уважение к лидеру. יש להם כבוד מאוד גדול למנהיגים. Даже если это не соответствует Писанию. גם אם זה לא תואם לכתבי הקודש. Но есть среди них и такие, которые говорят мудрые вещи. יש ביניהם גם אלה שאומרים דברים חכמים. И прекрасные комментарии. ופרשנות מצוינת. И когда я служил, мне пыталось что-то брать чужое. וכששירתתי, אני ניסיתי לקחת דברים זרים. И у проповедников, и у раввинов. אצל דוברים שונים, אצל רבנים. И так продолжалось много времени. וככה נמשך הרבה זמן. Я иногда смотрю, да, могут быть прекрасные учителя, прекрасные проповедники. אני רואה שיש מורים טובים, מטיפים טובים. Но иногда это доходит до уровня профессионализма. אבל לפעמים זה מגיע עד לרמת מקצוענות. Когда у них свободно, за несколько минут могут приготовить проповедь. כשהם תוך כמה דקות יכולים לחבר דרשה. И да, это будет помазано. וכן, זה יהיה ברוח. Знаете почему? אתם יודעים למה? Потому что Бог заботится о вас. כי אלוהים דואג לכם. Чтобы накормить вас. כדי להאכיל אתכם. Но при всем этом он может быть и блудником, прелюбодеем. אבל גם עם כל זה הוא יכול להיות и вором. גנב, רשע. Я видал таких лидеров. אני ראיתי מנהיגים כאלה. Но я почувствовал, что я опустился так, что перестал его слышать, понимать. אבל הרגשתי שאני ירדתי כל כך עד שהפסקתי לשמוע אותו. При всем том, что я служил и делал Божьи дела, вроде бы. עם כל זאת ששירתתי ועשיתי את המעשים של אלוהים. И даже иногда Господь совершал какие-то чудеса. וגם אז אלוהים עשה כל מיני ניסים. Их было много. היו הרבה ניסים. И парализованные вставали. ומשותקים קמו. И даже слепая женщина прозрела. ואישה עיוורת ראתה שוב. Люди приходили в общину, оставляли костыли. אלוהים, אנשים הגיעו לקהילה ועזבו את הקביים שלהם מאחורה. И я чувствовал, как я начинаю гордиться этим. התחלתי להתגאות בזה. И понял, что дьявол поймал меня на крючок. והבנתי שהשטן תפס אותי בקרס. И я начал понимать, что мы часто идем за своими желаниями, чувствами, эмоциями. הבנתי שאנחנו הולכים אחרי הרצונות שלנו, הרגשות שלנו. Особенно, когда идут сильные служения, помазанные. במיוחד כשיש שירות חזק ומלא ברוח. Я как-то вдруг вспомнил про нашу молодежь. אני נזכרתי בנוער שלנו. Которые, помните, в Норвегию уезжали. כשנסעו לנורווגיה. Кто-то отслужил армию, кто-то нет. Мишу ширет бацава, мишу ло. И они выходили сюда, такие мощные свидетельства были. והם יצאו לכאן, לקדמת הבמה, והיו עדויות חזקות. Прям в огне горели, ох, как, я смотрел, как הם круто. הם בערו באש, אפשר לומר. Думал, ну все, Господь поднимает молодежь. ואז אמרתי לעצמי, הנה, אלוהים מרים את הנוער. Сегодня этих ребят нет. היום אין את הנוער הזה. И даже, я насколько знаю, некоторые из них вообще не в Боге. ולפי מה שאני יודע, חלקם כבר לא עם אלוהים. И думаю, что такое, почему люди теряют отношения с тобой? למה אנשים מאבדים את מערכת היחסים שלהם איתך? А это просто было на эмоциях. וזה היה ברגשות, הכל. Я просто расскажу еще одну историю. אני רוצה לספר עוד סיפור. Как эти эмоции проявляются
различных церквях, на конференциях. איך הרגשות האלה נראות בשירות של קהילות שונות? Я как-то был на одной конференции веры, которая была очень мощная и сильная. הייתי בכנס אחד מאוד חזק. Там был Ульф Экман, Карл Густав, такие помазанные люди. מטיפים מאוד משוחים ברוח הקודש. Я играл там в прославлении. ניגנתי שם בקבוצת ההלל. И они так мотивировали людей ехать, быть миссионерами во всех странах, чтобы Слово Божие дошло до края земли. И после служения, как-то после конференции подходит мой друг. Говорит, Исаак, я получил откровение. Итгалут. Говорит, я получил откровение, что я буду миссионером в Турции. Кибальти итгалут, что они ем мотив в Турции. Я смотрю, как он горел в этом. Верайте, я хочу бояр в это. Говорит, точно мне Бог сказал. Ве умер батух, Элоим амар ли это. Потом у меня уже начались мессианские служения. Ахаках итхилу ли шируд, шируд. И я встретил его через несколько лет. ופגשתי אותו אחרי כמה שנים. И говорю, ну как у тебя? ושאלתי אותו, ну, מה העניינים? Ты уже служишь в Турции? אתה כבר משרת בטורקיה? Он говорит, да я жду, когда Господь меня пошлет. והוא אומר, אני מחכה כשאלוהים ישלח אותי. Я ему говорю, а ты хоть турецкий язык начал слушать и учить? יצחק שואל אותו, אתה בכלל התחלת ללמוד טורקית? Он говорит, а зачем? Ушел, бешвельма. Я говорю, как ты туркам собираешься проповедовать Евангелие? А зэха там мэткавэн лаатиф ла турким? Ты хоть английский знаешь? Он говорит, нет. Англит лапахот ата оде, омер ло. И вот таким образом многие люди вроде бы в вере Бога. И вот эмоционально что-то получат и начинают вот так вот говорить, а на самом деле далеки от Бога. וככה אנשים רבים מקבלים כאילו משהו ברוח הקודש, אבל זה רגשות שלהם, ולמעשה הם רחוקים מאלוהים. Я вдруг ощущаю, что мне вдруг Господь куда-то начинает подталкивать. ואני מרגיש שאלוהים כן מתחיל לדחוף אותי לאנשים. Это может быть через людей. זה יכול להיות דרך אנשים. Это может быть через проповедь. דרך הדרשה. Но он использует так, чтобы пробудить каким-то образом. אבל הוא משתמש בזה כדי להעיר. Потому что моя жизнь шла вот так, как волна. То опускался, то поднимался. Аюк могалим, лемала, лемата. И Господь говорит, не позволяйте беспокойству овладеть вами. Это Иоанна 14 главе. Иоанна 14 глава, первый стих. Йоханан перек 14, пасук решен. В шестом стихе он говорит, я и путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу не через меня. То есть פסוק, нет никакой личности. ופסוק 6, הוא אומר, אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב, אלא דרכי. Только Иешуа есть путь истинной жизни. רק ישוע זה הדרך והאמת והחיים. Никакие лидеры, никакие служителя. אף אחד מהמנהיגים, אף אחד מהמשרתים. Они нам поставлены для того, чтобы наставлять, направлять нас. הם כאן כדי להדריך אותנו וללמד אותנו. И Леон последнее время учил нас по Ефесянам. ולאון לימד אותנו את האיגרת אל האפסים. И вы все помните шестую главу Ефесянам, да? ואתם זוכרים כולכם את פרק 6. Где Павел учит о всеоружиях Божьих. כששאול מדבר על כלי המלחמה. Я хочу это пастерну прочитать. С 10 стиха. И пасук эса. Наконец, возрастайте в силе в союзе с Господом, в союзе с Его крепостью и могуществом. Используйте доспехи и оружие, данное вам Богом, чтобы вы могли противостоять коварной тактике противника. Поскольку мы ведем борьбу не против людей, но против правителей, властей вселенных и вселенских сил, управляющих этой тьмой,
против духовных сил зла в небесных сферах. Итак, возьмите все боевое снаряжение, предоставленное вам Богом, чтобы вы могли дать отпор, когда наступит день зла, и чтобы вы выиграли битву, могли устоять. Потому стойте, пусть ваши средства будут припоясаны истиной, облекитесь праведностью, как броней, обуйтесь в готовность нести добрую весть о шаломе. Всегда держите наготове щит веры, при помощи которого вы сможете отразить все пылающие стрелы злого. И возьмите шлем избавления и меч, данный Духом, то есть Слово Божие, во всякое время молясь всевозможными молитвами и прошениями в Духе, неустанно и настойчиво за весь Божий народ. Пасук 10 от пасук 18. Я верю, что это в нас есть уже. Бог одел нам это. אני מאמין שאלוהים כן הלביש אותנו בכל אלה. Но мы иногда открываем от жары доспехи снимаем. אבל לפעמים כשקצת חם, אז אנחנו נוריד את השריון. Становимся невнимательны в каких-то вещах. אנחנו לא... Поэтому как важно иметь близкие отношения с Ним. זה מאוד חשוב שיהיו לנו... יחסים קרובים איתו. То есть общаясь с ним. כשאני מדבר איתו. Идти с ним. לדבר איתו, ללכת איתו. Идти за ним. ללכת אחריו. Быть бодрым. להיות ער. И учиться у Господа, как воевать. וללמוד מאלוהים איך להילחם. И сокрушать силы тьмы, которые порой давят на нас. ולשבור את כוחות החושך שלוחצות עלינו. Суетой. Суета, то есть это... מה? חבלים, נכון. אוקיי. ישוע, я хочу вас немножко ободрить, что он дал нам победу. ישוע נתן לנו את הניצחון. Сегодня я учусь побеждать над теми обстоятельствами, которые на меня давят, прессуют. היום אני לומד לנצח את כל מה שלוחץ עליי. И начинаю вновь возвращаться в постоянном общении с ним. ואני ממשיך לדבר איתו כל הזמן. Даже не знаю, Лена, может быть, заметила, что я все время в молитве. אולי לנה שמה לב שאני כל הזמן בתפילה. Даже по мелочам спрашиваю, Господь, בדברים как קטנים, лучше это сделать? אני שואל את אלוהים, איך כדאי לעשות את זה? Идти мне туда или не туда, когда мне звонят и говорят, чтобы вот срочно приехал или что-то это. כשמתקשרים עליי, אומרים דחוף, תגיע. Хотя не всегда еще до конца понимаю. למרות שאני לא תמיד מבין עד הסוף. Но я говорю, хочу, Господь, быть с тобой. ואני אומר, אלוהים, אני רוצה להיות איתך. Влеки меня больше еще. תמשוך אותי אליך עוד יותר. Я понимаю, что чем я ближе к нему, он приближается ко мне. ואני מבין שככל שאני יותר קרוב אליו, ככה הוא מתקרב אליי. Чем я больше его понимаю и слышу. ככל שאני מבין אותו יותר ושומע אותו. Он больше в моей жизни начинает что-то делать вокруг меня. הוא יותר, הוא פועל יותר ויותר בחיים שלי. Даже какие-то приходят обстоятельства, которые начинают пугать. גם כשמקרים שונים קורים בחיים שלי. Особенно в моей семье. במיוחד במשפחה שלי. Я говорю, успокойтесь. אני אומר, תרגו. Господь со мной, с нами. אלוהים איתנו. Для чего ты это все совершает? בשביל מה, הוא עושה את כל זה בשביל מטרה מסוימת. И я, смотря на все то, что Господь говорит, отдаю вам власть, как Иисус сказал в Луке, 10 главе. וישוע אומר בלוקס, פרק 19 стиха. פרק 9, פסוק 19. Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. אני נתן לכם סמכות לדרוך על נחשים. И ничто не повредит вам. ושום דבר לא יפגע בכם. А в Марке 16 главе, 18 стихе. Есть такие слова. Маркус,
16 глава Марка, 18 стих. Пасук, перек 16, пасук 18. Будьте брать змеи, если что смертоносное выпить, и не повредит вам. Ярыму нахашим, ба им ишту рал мамит лой назеку. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Ядыхем исмеху ал холим, ва итав лахем. Я не сомневаюсь в этом, что это есть в нас. Ани маамин, ше еш эт зе бану. Если мы будем держаться за него. Им анаху нахзик бо. Идти с ним. Нелех ито. Понять, в каком призвании ты должен идти. Лавин, беэзе шерут ата царих лешарет. Не воруя чужое призвание. Ал тигнов матара шел ахарим. А быть исполнителем его слова. Авал тие мемале ахре адавар шел Элоим. Направление от него. Такабер драха мимено. Я верю, что все это будет действовать. Ани маамин, ше кол зе ифал. И даже не думая о том, чтобы делать вот это дело, и не смотреть, что будет происходить, а говорить: Господь, это Твоя воля. Ты сказал. Ты сказал, что будем исцелять. Ты сказал, что мы будем наступать на всякую вражью силу. Что нам ничего не повредит. Язык лану. И это возможно только с тобой. Помоги нам в этом, Господь. На прошлой неделе была недельная глава Ваира, если кто-то помнит. И сегодня Рани много вещей говорил на эту тему. И меня зацепило очень сильно один стих. ופסוק אחד משך אותי מאוד. Исход 9 глава. שמות פרק 9. 15-16 стих. פסוק 15-16. Когда Господь сказал Моше: пойди и скажи от моего имени. כשאלוהים אמר למשה: לך ודבר בשמי. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Что-то напоминает вам, нет? А мне напомнило еще другой стих из Исаии. זה הזכיר לי פסוק אחר מישעיה. 14 главы 12 стих. פרק 14, פסוק 12. Как упал ты с неба, Деница, сын зари. איך נפלת משמיים, הלל בן שחר. Разбился о землю, попиравший народы. נגדעת על הארץ, חולש על גויים. И меня подтолкнуло на такую мысль: почему же Бог тогда не уничтожил просто этого сатана, который обманул Адама и Еву? וחשבתי על זה, למה אלוהים בעצם לא השמיד את השטן הזה ש... ведь он может все. הוא שיקר לאדם וחווה. Тогда бы у всех было хорошо, не было бы искушений. הוא הרי יכול הכל, ואז לכולם היה טוב. Для Бога это просто раз и все, и нет проблем. נורא פשוט. Но Божий план был иной. אבל התוכנית של אלוהים הייתה אחרת. Чтобы сотворить человека по образу и подобию своему. То есть его творение победит тебя. כלומר, הבריאה שלו תנצח את השטן. И в Иешуа Мессии это ты и я. ובישוע המשיח זה אתה ואני. И мы сможем победить эту... совершить победу над сатаном. Не надо обращать на него сильно внимание. Потому что когда Господь с тобой, Он говорит: там, где ты наступишь, там будет победа. Когда, помните, Иешуа только встал на тот полуостров, где эти бесноватые были. כמו שאתם זוכרים, כשישוע רק דרך על המקום שרדוף שדים היה שם. Он даже ничего не говорил. עוד לא אמר כלום.
Пізнати підбіжав к нему і сказав, що тобі нужно от мене, син Бога живого. Радув Шадим рад села ואמר, מה אתה צריך ממני, בן Елоїм? Если мы с ним и идем за ним, ואם אנחנו איתו והולכים אחריו, в каждодневной жизни, ביום-יום שלנו, как Рани говорил с утра, в молитвах, כמו שרני אומר, מהבוקר, и до самого вечера, ועד הערב, в семье ты, на работе ли? Мамишпаха, бавода. Кушаешь ли? Ложишься спать? Кшата кам, кшата улехлишон. В любом. Бехол зман, бехол маком. Тогда что-то будет происходить в нашей жизни. Ваз машу икре бахаим шелану. Сегодня на мне, я и на вас есть ответственность. Хайом ешену ахриют. Чтобы что-то в нашей жизни сегодняшнего началось по-новому. Что-то в жизни нашей начало мехадаш. И даже вот эти теракты происходят не просто. И эти войны происходят не просто. והמלחמות האלה קורות לא סתם כך. Чтобы Господь показал свою силу и славу. כדי שאלוהים יראה את הגדולה וה... И даже Гитлер был инструментом в Божьих руках. וגם היטלר היה כלי בידיים של אלוהים. Для того, чтобы произошел Холокост. כדי שתקרה השואה. И через этот Холокост образовалась в один день страна. ודרך השואה קמה מדינת ישראל. Чтобы дальнейшая его воля была исполнена в жизни Израиля. כדי שהרצון שלו יקרה בחיים של מדינת ישראל. И сегодня он собирает здесь народ свой. והיום הוא אוסף כאן את העם שלו. Со всех концов земли. מכל קצוות התבל. Мы еще не знаем, чем все закончится. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר. Но такое ощущение, что уже начало конца есть. אבל יש כבר הרגשה של הסוף. Поэтому сегодня хочет пробудить меня и тебя. אז הוא רוצה להעיר אותך. И говорит, не оставляй меня. הוא אומר, אל תעזוב אותי. Иди за мной. לך אחריי. Я не могу на тебя давить. אני לא יכול ללחוץ עליך. Но я всегда с тобой. אבל אני תמיד איתך. Даже если ты отвернулся от меня. גם אם אתה לא איתי. Потому что я верен. כי אני נאמן. Я верен своему народу, которому обещал, что я соберу их. אני נאמן לעם שלי שאמרתי שיאסוף אותו. И я верен тому, что обещал, что ни одна овечка не будет потеряна. Ни одна овца не будет потеряна. ואני נאמן למה שאמרתי שאף אף אחד מהצאן לא יאבד. Я хочу сказать, чтобы мы ободрились. אני רוצה להודד אתכם. Сегодня. Иешуа сказал, овцы мои слушают голоса моего. Иешуа אמר, הצאן שומעות את קולי. Я знаю их, и они идут за мной. ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי. Все проявления Божьей силы в Египте. Все, что проявлялось в Египте. כל מה שקרה במצרים. Были только тенью окончательного искупления. היה רק צל של הגאולה, который мир получил с первым приходом Мессии. שהעולם קיבל עם ההגעה הראשונה של המשיח. И дальше показывает на второе пришествие Иешуа. וזה מראה על הביאה השנייה של ישועה. Когда его имя будет провозглашено над всей землей. כשהשם שלו יפואר מעל כל הארץ. Теми, кто был искуплен. על ידי אלה שנושאו. Шел за ним и с ним. על ידי אלה שהלכו אחריו. Делая то, что поручил Господь. אלה שעשו את מה שאלוהים אמר להם לעשות. Я думаю, при всем том, что мы немножко к сегодняшнему дню ослабли. אני חושב שהיום אנחנו קצת נחלשנו. Задремали. קצת ישנים. С этой пандемией, которая была 2 года. עם הפנדמיה שקרתה שנתיים. Но я смотрю, сегодня начали просыпаться некоторые. אבל כבר התחילו להתעורר נשים. И эти некоторые подтолкнули и меня. ואלה דחפו גם אותי. И я насколько слышу, как идет уже сейчас движение и в бывшем СНГ. ואני רואה התקדמות בברית המועצות לשעבר. И Господь хочет нас подготовить.
ואלוהים רוצה жатве. להכין אותנו לקציר האחרון. Его силе и в дарах Духа Святого. בכוח שלו ובמתנות רוח הקודש. Петр сказал, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. То есть, чтобы мы были бодры, чтобы мы были здравыми. 1 Петра, а решена ли кейфа? 1 Петра 5:8. Перек 5, пасук 8. היו ערים ועמדו על המשמר, אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. Потому Господь толкает нас, чтобы мы не смотрели на себя. אלוהים דוחף אותנו כדי שאנחנו לא נסתכל על עצמנו. Устраивая свою жизнь. Хотя и это важно. Но он предупреждает нас. אבל הוא מזהיר אותנו. В Матфея 24 главе. מתי פרק 24? 24 стих. פסוק 24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. כי יקום משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות, אם אפשר גם את הבכירים. И смотря на не сегодняшние главы Парашат Шаво, мы видим, что волхвы тоже совершали чудеса. И это предупреждение для нас, чтобы мы не попали в ловушку его, и начали понимать, где этот пародист, как сказать, и обманщик, а он пародирует очень хорошо. То есть показывает, как... а где Божий перст? И сегодня мне пришли такие слова ночью, как будто мне Господь стал говорить, не смотри на чудеса, на какие-то проявления сил. אל תסתכל ניסים כעל על מראה כוח. Держись за меня. תחזיק בי. Иди со мной. ותלך אחריי. Слушай меня. תשמע בקולי. И ты увидишь и поймешь. ואתה תראה ותבין. Кто со мной, а кто без меня. מי איתי ומי בלעדיי. А со мной будет все. ואיתי יהיה הכל. Что я обещал. И силу Духа Моего Святого, и знамения, и чудеса. И даже несравненно больше, о чем ты думаешь или помышляешь. Я верю, что Господь, несмотря на то, что мы идем по пустыне этого мира, במדבר של העולם הזה, чтобы мы научились слышать его и двигаться им. אלוהים רוצה שאנחנו נלמד להקשיב ולראות אותו. И быть такими кроткими и послушными, как Моше и Иешуа. ולהיות ענבים ולשמוע בקולו כמו משה וישוע. И Господь хочет, чтобы мы были больше похожи на Иешуа. ואלוהים רוצה שאנחנו נהיה דומים לישוע. Для этого Иешуа пришел. לכן ישוע הגיע. Как человек, כמו בן אדם. То есть это слово Божье, Тора, которое стало плотью. זה דבר אלוהים שהפך להיות בשר. И обитало среди своего народа. והסתובב בין בני עמו. Тот, кто пошел на стойку казни на крест. זה שהלך אל המוות. За тебя, за меня. בשבילי, בשבילך. Пролил кровь. שפך את הדם שלו. Умер. מת. Был погребен и на третий день воскрес. נקבר וקם לתחייה ביום השלישי. Чтобы те, которые пойдут за ним, כדי שאלה שיעקבו אחריו, ходили в его силе. יהיו בכוח שלו. Я мотивирую вас не расслабляться. אני מעודד אתכם לא להרפות ידיים.
не печалиться. Ло лиот отцувим. Господь с тобой. Элоим итха. И Он не оставит тебя. Веуло иазов отха. Не покинет. И найдет тех, которые будут подталкивать тебя. Веу имца от эле, ши итхефот ха кадима. Я сейчас хочу закончить одним словом из Филиппийцев 2 главы. Ани рце лесайем им эле Филиппим, перек 2. С 3 стиха. Пасук 3. Не делайте ничего из соперничества или тщеславия. Это я по Штерну читаю. ואל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שווא. Но в смирении считайте остальных лучше себя. אלא בנמיכות רוח יחשוב איש, איש את רעהו, לנכבד ממנו. Заботьтесь об интересах других. כל אחד אל ידאג רק לענייניו. А не только о своих собственных. אלא גם לענייניו של זולתו. В своих отношениях с друг другом руководитесь тем, что вы находитесь в союзе с Мессией Иешуа. Хотя он был образом Бога, он не считал, что равенство Богу можно приобрести силой. Наоборот, он уничижил себя, приняв образ раба, став подобным людям и появившись как человек. Он смирил себя еще больше, став послушным настолько, что принял смерть, смерть на стойке казни, словно преступник. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всех остальных имен. Al ken egbio Elohim meod venatan lo et ha-shem ha-na'ale al kol shem. Выше всех имен. Ha-shem ha-na'ale al kol shem. Выше всякого имени рак. Me'al kol sartan. Диабет. Сокерет. И всякая другая болезнь. Ve-kol machala acheret. Чтобы в знак уважения к имени данной Иешуа למען תכרה בשם ישוע כל ברך преклонилось всякое колено на небесах, на земле и под землей בשמיים ובארץ ומתחת לארץ и всякий язык признал, что Мессия Иешуа Адонай во славу Бога Отца וכל לשון תודה כי ישוע משיח הוא אדון לתפארת אלוהים האב во славу Бога Отца לתפארת אלוהים האב. Я понимаю, что мы сегодня с тобой избраны и призваны прославлять Его имя, ходить в Его славе. Отец, я молю Тебя во имя Господа нашего Иешуа Мессии. Ты избрал нас, Ты нас привел к Тебе. Ты сделал нас своими сосудами. И молю Тебя, чтобы мы стали сосудами чести. Исполняя Твою волю на этой земле. Чтобы нести Слово Твое. Быть примером подражания Тебе. Делать то, что Ты говоришь нам. לעשות את מה שאתה אומר לנו לעשות. Сделай нас делателями на эту жатву. עשה אותנו לקוצרים בקציר הזה. Уж жатвы много. כי הקציר רב. Подготовь нас, вооружи. תכין אותנו. Всем необходимым для этого. תלביש עלינו את הנשק. И дай мудрости. ותן לנו חוכמה. Говорить. איך לדבר? К людям, которых мы даже не знаем. איך לדבר לאנשים שאנחנו לא מכירים אותם? И чувствование в духе с мудростью от Тебя. ולהרגיש את הרוח עם הכבוד ממך. Спасибо за это время. תודה לך על הזמן הזה. Спасибо Тебе за сегодняшний день. תודה לך על היום הזה. За тот мир, который Ты даешь нам внутри. על השלום שאתה נותן לנו בפנים. И даже за то, что Ты нас будоражишь сегодня. ועל זה שאתה מאיר אותנו היום. Для того, чтобы мы проснулись. כדי שנתעורר. Расшевелились. נזוז.
и начали ходить в новом помазании от Тебя. ונתחיל ללכת ב... новой силе от Духа Твоего. בהתגלות חדשה, בכוח חדש. Не расслабляясь, держаться этого постоянно. להחזיק בזה תמיד. В молитвах. בתפילה. И в хождении. בהליכה. С Тобой, Господь, איתך, и за Тобой. אדון. Благословен Ты. ברוך אתה תהיה. Избравший нас. בוחר אותנו. И давший нам великие обетования. וזה שנותן לנו הבטחות גדולות. Благодарю Тебя, Господь. מודה לך, אלוהים. Во имя ישוע, Амен. בשם ישוע, אמן. Аллилуйя.